Приветствую всех любителей часов на канале Часовой лавки Время Деньги. Сегодня у нас на обзоре модель Longines Hydra Conquest с автоматическим калибром в диаметром 39 мм. Достаточно популярная модель, особенно в последнее время. Вот. В синем цвете точно так же пользуется спросом. 39 мм. Казалось бы, кто-то скажет, что это как бы небольшой размер, но тем не менее достаточно много у нас любителей часов, которым этот размер очень нравится. Вот, допустим, возьмем для примера. Справа у меня 39 мм, слева 41. Казалось бы, разница в размере незначительная, но тем не менее, допустим, вот в моем случае это с диаметром запястья 17,5 сантиметров и кистью среднего размера мне больше подходят и мне нравятся больше модели вот такого диаметра. Сейчас вот примерим для наглядности. Вот так вот садятся часы. Все отлично. Мне очень нравится. Синим циферблатом, черным циферблатом. Это, я считаю, что это мой размер. Ну, кто-то говорит, что сейчас как бы это дайверы 39 мм. Смешно и тому подобное. Ну, давайте начнем с того же Ролекса. Вторая половина прошлого века. Те же субмаринеры. Вот, это были 38 мм. Все устраивало, нормально все это выглядело. Этот бум с размерами начался в начале 2000-х годов. И если мы посмотрим на новинки топовых производителей, то как бы это все это сходит на нет. В основном все вот возвращаются опять же вот к этим вот размерам. Тем же 36 мм, вот 38, 39, 41. Да, конечно, есть 44, 45, но это уже как бы для людей с какими-то особыми предпочтениями. Те же, допустим, там бренды там аналогичные Panerai, там Breitling, допустим, тот же там Ulysse Nardin и тому подобное. Вот, вызывающие какие-то там моменты, допустим, нравятся людям о том, что часы большие, их видно и тому подобное. Но опять же, когда смотришь, бывает, человек на руке часы, но диаметром, который больше, чем кулак, допустим, его размером, но это как-то выглядит, мое личное мнение, как-то смешно. Вот. Поэтому как бы мне нравится вот 39 мм. Да, именно я говорю о себе, потому что это мой размер, так сказать, он мне подходит. Как бы не только вот варианты, когда часы идут на браслете и на ремешке и тому подобное. Вот. Поэтому в данном случае как бы мы вот получили вот такую вот модель, мы ее заказывали, ждали. Вот, ну, так по модели, что можно сказать. Здесь вот этот новый калибр стоит, L3-8-2 на 64 часа запаса хода. Водозащита 300 метров. Давайте еще раз вот сравним вместе. Вот как эти два, 41 и 39 миллиметров. Здесь ширина браслета на 20 миллиметров, 41, 21,5, насколько я помню, да. Вот, точно так же можно докупить, там есть производители типа Hirsch, вот можно докупить каучук за приемлемые деньги на 20 миллиметров. Я думаю, может, мы тоже сделаем, как-то обзорчик поставим. Вот, то же самое мы проделали с моделью VHP, достаточно. Можете зайти посмотреть, у нас есть это видео в перечне. Достаточно красиво получилось, на мой взгляд. Аналогичная ситуация может быть и с Hydra Conquest. Ну, люминесцентная подсветка. В
Черный цвет циферблата более строгий, более консервативный, более классический. Синий веселее, молодежнее, весенне-летний такой период особенно. Вот. Но черный более универсальный. Опять же, мое мнение. Вот. Благодарю всех за внимание. Спасибо, что смотрите обзоры. Благодарю за комментарии. Подписывайтесь на страничку Facebook, заходите на канал, точно так же подписывайтесь. Благодарю за внимание еще раз. До новых встреч!